Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, к мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, а кто и огороду рад. Где зеленеет травка, а где еще снежок лежит, и воздух так весной манит, природа снова обещает любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны, прекрасное творение, и соловьем запеть готов, в очарование погрузиться и жизнью милой насладиться. 24 апреля. День Антипа. Назван в честь святого священномученика Антипы, епископа Пергамского. Во время великого гонения на христиан были разосланы указы, чтобы христиане беспрекословно повиновались царским велениям, приняли языческую веру и поклонились идолам. Антипа отказался. Тогда нечестивые схватили святого мужа и повлекли к храму Артемиды, где находился медный вол. Раскалив всего вола, они бросили в него святого мученика. В это время начинался ледоход, поэтому этот день называли днем Антипа Половода. Для того, чтобы разлив был большой, проводили большое количество обрядов. Ведь хороший разлив был знаком урожайного и благоприятного лета. В православной церкви почитали память святого Антипа. Считали его целителем, который лечил от зубной боли и некоторых других недугов. В этот день советовали лечить зубы. Был такой обряд. И если болел зуб, то сегодня надо было приложить к нему серебряную монетку, а потом вынуть и, проделав отверстие, подвесить к иконе святого Антипия. После проведения такого обряда зубы перестанут беспокоить человека. Поэтому на Антипа нужно лечить зубы народными методами. Приметы. Если утром небо красное, вся весна будет дождливой и ветреной. Если лед на реках еще не растаял, лето будет холодным. Дождь на Антипа – грибному лету. Морозное утро с ясным солнечным днем обещает быстрый рост яровых. Снег выпал после половодья, будет не урожай, а зимых. Зацвела верба к потеплению. Морозное утро и солнечный день к быстрому росту яровых. Вода разливается во второй раз больше, чем прежде. Поздний посев принесет урожай. Ударили заморозки, будет хороший урожай груздей. Вот такой я на сегодня. На сегодня.